веселый побег, короче, с поезда Владивосток, Москва. Я еду с Иркутска до Анжерской станции, не доезжаю 5 станций, там дальше вот. Я в Ачинске один выхожу, дальше Боготол, Чижи, Мариинск, Яя и Анжерка. 5 станций я не доехал. Время, короче, без 20:12. Я должен с поезда сойти в 5 вечера. Я без 20:12 схожу с ним. У нас есть хитрый план. Сейчас я выйду, расскажу про него поподробнее. Короче, такая тема. Вот я, короче, 350 км не доехал. Вылез из поезда, сорвался. Веселый побег с поезда Владивосток, Москва, да. Вот, короче, сейчас задача такая. Надо выйти мне на вокзальную площадь, вызвать такси и доехать до трассы, которая идет на Кемерово. Там меня ждет фура груженная. И на этой фуре я поеду до Кемерово. То есть поезд Владивосток-Москва, он в Кемерово не заезжает, а мне надо в Кемерово. Он, получается, приезжает в станцию Анжерскую без 5:05, а в 5 отправляется последний автобус на Кемерово. Ну, то есть нереально, короче. Ну, хотя вокзалы рядом стоят. Нереально с поезда на автобус успеть. Там расстояние тоже до города, от города Анжера-Судженск до Кемерово где-то 100 км. Цена поездки на такси стоит 2500 рублей. А здесь у меня в Ачинске корефан, наш клавишник Юрий Караваев, он меня сейчас заберет. И поеду я, короче, на Кемерово. Будьте чики-пуки, ё-моё.